На портале госзакупок идет электронный аукцион «Содержание и обслуживание кладбищ в Орске в 2024 году». Начальная цена, которую предлагает заказчику Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта – 4 миллиона 43 тысячи рублей. В документах закупки указаны 6 кладбищ. Первомайское, Мусульманское, Нагорное, Степное, кладбище в районе Гайского шоссе и кладбище в поселке Первомайский. На обозначенных объектах нужно будет убирать мусор с обочин, подметать, содержать в чистоте туалеты, выкорчевывать сорняки, очищать контейнерные площадки, а также завозить воду для технических нужд и рассчитывать потребление питьевой воды там, где она есть. В зимний период сгребать снег и посыпать дорожки. Выполнять свои обязанности подрядчик должен будет весь год.